Представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Центральной Европе Роланд Шиллинг заявил, что сегодня мир столкнулся с самым масштабным гуманитарным кризисом со времен Второй мировой войны. По его словам, ООН разрабатывает конкретный план поддержки стран, принявших беженцев, и в список включена Республика Молдова. Если говорить на языке цифр, то план предусматривает на первом этапе выделение 120 миллионов долларов США. В дальнейшем мы попытаемся увеличить эту сумму. Это будет лишь началом. Мы обещаем, что последуют и другие меры поддержки со стороны ООН, потому что мы понимаем очень хорошо, что ресурсы правительства ограничены и что мы не можем вечно рассчитывать на волонтеров. Роланд Шиллинг также отметил солидарность и щедрость молдавского народа, протянувшего руку помощи украинскому. Помощь, которая поступит в вашей стране, предназначена не только украинцам, но и населению и правительству Молдовы, чтобы было достаточно ресурсов для управления кризисом. Также мы хотим поддержать молдаван, те молдавские семьи, которые пустили к себе в дом беженцев. Отметим, на территории Республики Молдова в настоящее время работают 93 центра временного размещения беженцев, из них 39 в муниципии Кишинев. Для сравнения, днем ранее в стране работало 80 центров временного размещения, из которых в Кишиневе 30.